И всем привет, дорогие друзья, с вами Диман, с Димончик, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт, карта Соник. Димончик, поздоровайся. Всем привет. И начнем выживать, проходить, улыбаться, развлекаться и поднимать вам настроение. И себе так, тоже. Я прыгаю. Давай, ура! Мастер-паркур. А нам разве туда надо? А ну, подожди, давай я опущусь, потому что здесь ловушки так сделаны. Ну-ка, ребята, прыгаем. Ой-ой-ой, смотрите, здесь прям препятствие. Ху-ху-ху-ху. А здесь классно, разработчики красавчики. А где воздух набер? Во-во, я вижу задний проход или передний, не знаю еще. Так, мы прошли здесь, а что дальше? По воде, что ли? А вот, блин, нафига я тут полчаса спускался, сегодня можно просто пройти. Видишь там сундук, Димон, что там в сундуке, давай проверим. Картины, наверное, пройти можно, нет? Подожди, сундук. Палочка, острота 5, заговор огня 1. Мари, не умри. Быстрее, 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 быстрее. Иду. А-тя-тя. Давай. А что у меня есть? О, у меня хлебушек есть. Давайте хлебушка вольнем. А нет. Я вижу тут проход. Дальше, короче, поднимайся там вверх, Димас. Вот сюда, видишь? Я не увидел. Блин, ребята, карта классная. И мы видим, что очень вам понравилось. А если нравится вам, то и нравится и нам. И наоборот. Автоматически. Продолжаем. Сейчас мы тут спустимся. Паркур. Во, есть. Да. Я ж немножко поднапрягся. Я вижу. Во, смотри, куда я запрыгнул. Вот это паркур, вот это реально паркур. Есть. Вау, смотри, что я взял. Ого, ты псих. Ого, да. Ай-яй-яй-яй, я упал. Ну, обратно подниматься. Ничего, так интереснее. Если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Как всегда, у меня стоит чаище. За вас, ребята. Из меня тоже. А, за Димона. Сейчас. И за Ксюшу. И за всех, кто поставил лайк. Тут, короче, всю кружку чая бахну, зараза. Блин, настроение классное такое, как всегда, не знаю. Нажимаю кнопку записи, и когда мы с Димончиком записываем, сразу настроение. Бомбейсимос. Кто знает, тот поймет, что это такое. Так. Ух. Так, тут ты залез, да? Так, я лучше сюда. Так, о, ты шары позабирал, чтобы они не стреляли, да? Да, я их раскидываю. Так, я за тобой, Димончик. Есть пузырек пустой, на, возьми. Давай, опять ты буханул, и мне бутылки пустые. Кстати, бутылки тоже стоят, сколько там, 25 копеек? 4 бутылки, рубчик раз, и в карманчике, и рубчик приклеился. У нас с Димоном бизнес. Ах ты, зараза. Мы атаковали. Смотри, здесь нитка получается. Смотри. Ловушки пошли. А мы, видишь, не заметили, да. А, это растяжка. Блин, ребята, смотрите, как разработчик прикольно запилил здесь все. Для нас. Чтобы у нас пердаки пригорали. Я тебе это дал. Опять какие-то самородки золотые. Шлем, а Димончик, я тебя жду. Шлем. Ёмчик. Так, здесь у нас факел стоит. Не зря тут стоит или зря? О, подожди, у меня шмотка есть. Я тебе ее дал, Димон. А, я только сейчас увидел, что-то я не обратил внимания. Там тоже, Димон, кстати, дверь есть. Так, давай сюда. Давай по порядочку все, да. Здесь все закрыто. А, блин, надо рычаг нам. А, нужно обратно. Вот эта палочка-копалочка. Она такая сильная, я вижу. Так, что, поднимаемся здесь? А как мы здесь поднимемся? Мне нужно зелье скорости. А мне, блин, кажется, сейчас умру. Зелье скорости меня. А, во, поднялся, все отлично. Я сейчас зелье скорости бахну. О! Вот. Только знаешь, Димон, он в воде не быстро поднимается. Нет, блин, а если я умру? Я не умер. О, ускорился. Что-то произошло со мной. Может, он не сразу действует? Ух, я аж выскочил. У меня-то камера отдалилась. Ла-ла-ла-ла, да, смотрите, как быстро мы с Димончиком бегаем, психи. Мы, короче, соники, мы соники. О, мне нравится опять этот звук. А ну-ка. Какой-то, не знаю, свинтус какой-то. Свинтус. Настроение на все 12 из 10. На тебе еще бутылку. Опять буха? Да сколько ты можешь бухать? Уже? Опа, 50 копеек уже Димончик в кармане. Да-да-да. Главное... Пойдешь купишь что-нибудь. 50 копеек тоже деньги. Сейчас найдем, короче, приемку, где их принимают, и пойдем сдадим. Опять паркур. О, вообще сильно. О, голова Чики, смотрите.
Чик, вот сейчас смотри, вот там вот мы были, где оранжевая, потом где розовая. Не, где розовая мы не были, мы как раз туда хотели, но мы попали... А, все, помните вы, ребята, мы в той серии, как раз я стоял на той вышке и говорил, как здесь красиво, где этот океан. Я за тобой. Ой, опять пузырек выпил скоро. Да ну что ж ты бухаешь, давай бутылку мне пустую. 75 коп. Разбил! Я ее потом, если что, подниму. Не дай бог, у нее хоть кто-то из мобов возьмет. Будет ее использовать. Ты его догонишь? Догоняй, догоняй потихонечку. Надо было, знаешь, Димон, для прикола за бутылкой прыгнуть, да, типа? И что дальше? Смотри, у меня есть, короче, какой-то нагрудник с невесомостью. На, возьми. Ничего себе, давай. Давай. И что мне дает? Я прыгать умею? Нет. Нет. Невесомость 3, огнеупорность 3, подводное дыхание 3. Улетели вообще молодцом. Так, давайте хлебушка вольнем. Хлебушек это классно. Это вкусно. Конечно, он с той серии вообще засох. Ну ничего, размягчим его. Так, я сложу здесь тихонечко. Так, а может нам вниз надо, Димон, не? Ты не хочешь туда попрыгать засунуть? О, бутылка. Вот это мы заживем. У меня уже 3 бутылки, 75 коп, норм. Все, Димончик, я увидел, куда идти. Смотри, видишь, лестница спиральная вниз ведет? Да. Вот я как раз на нее смотрю. Все, нам туда, ребята, мы нашли, куда нам идти. Я люблю такие карты, где надо самому догадаться, не ведут тебя за хвостик. Или за что там еще могут вести, не знаю. За какие-то конечности тела ведут тебя, это неинтересно. Когда ты сам, твоими мозгами думаешь, как и вы. Так, что у нас тут? О, началось. Не было печали, да? А подожди, тут по-любому какие-то приколюхи нам есть, по-любасу. Так какие приколюхи, я уже все прошел. Эть, я за тобой шел. Да, нам надо бежать. О, тут можно раз, 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 эть, опа, я вообще сегодня молодчик. Так. Ты вернулся. А так подожди, а куда нам надо было идти? Там же ж никаких нам ухода. Написано, что надо прыгать прямо в лаву. Прыгнул? Нет, нас обманули. Нас обманули. Надо было мне... Димон, ты хлебушек спас. Ты вовремя хлеба... Ты его скинул, да, когда умирал? Он теперь испеченный. Вот, ты хлеб подарил. Теперь пахнет жареным здесь хлебушком. Там написано было наверху. Jump in lava. Может, здесь надо в этом кубике прыгать? Да, давай прыгаем. Там у меня куча шмоток, не буду я прыгать. О, все, прыгай, тут нормально все. О, потушила мне жопень мою. А теперь тут говорят, надо будет собрать очень тяжелые пазлы какие-то. О, будем, ребята, пазлухи собирать какие-то. О, оружие нашел. Так, прыгаем наверх. Новато здесь, конечно. У меня зачарованный кусок золота есть. Килбелл. Подожди, может сюда нам? Давай сначала сюда сходим, Дима, может все-таки... Давай пропаркурим. Давай, я за тобой. Есть, подождите. Мы же все-таки паркуристы. Осторожно, тут, короче, какие-то пропасти огромные. О, не зря я сюда упал. Зелье скорости нашел. Так. Отлично. О, я куда-то тоже упал. За тобой. Отлично. Хорошечно. Отлично. Отлично. О, ты там внизу. А так и надо там внизу тебе быть или нет? Да. Хорошо, я за тобой. А, жопка, жопка, жопка. Не гори. Жопка не гори, да. Сейчас я хлебом себя по жопе побью и потушится жопа. Прыгай сюда. Смотри, у меня есть зелье скорости. У меня тоже есть, но я его не буду тратить. О, фига я быстрый, как флэш. Ты вообще именно быстрый пацан. Угу. Так. Ну, выходим тогда отсюда. Тут ничего нету. Да, у тебя покушать нету ничего? Есть, есть. Жареный хлебушек, да? На. Спасибо. Ладно, шучу, шучу. На. Ой, он сгорел, ёлки-моты. Сгорел! Пережарил. Ага. Так, давай тоже хлебчанского съем. Блин, нам еды надо. Там куча свиней, надо было нам свиней забить.
Хотя мы после того миллион раз умерли, еще 100 серий. Палкой хожу, мне все видно. Вот о, это вот. Да, четко. Ну да, четкий. Надо? Не, не надо. Тебе же тоже, да, видно от этой палки все? Да-да-да, все красиво. Может, ее и дали нам для того, чтобы мы здесь... Да, вот мы, ребята, и догадались, для чего нам эта палка-выручалка. Так, там тупик, Димончик. Как начинаю записывать глазища, ли право чешется, значит, серия будет очень удачная и позитивная. А если два раза чешется, то вы все сейчас лайк поставите. Что там у нас? Нема пердушек этих, не? Ну ладно. Прыгаем. Прыгаем. А, плывем, плывем, плывем. Тут можно забрать воздух, а нет, не наб... А вот-вот, дырка для набирания воздуха, да? Не, это вообще дырка. Да, вообще дырка. Ты нажал этот, короче, левел? Рычаг нажал? О, второй левел, это все, мы первый левел прошли. Ребята, это был первый левел. Ничего себе. Ну, пойдем. Я за тобой, так, давай палочку-светялочку возьму. О, новое слово. Я ничего не вижу вообще. Вот это запах тут дерьмеца, все коричневое. Ю. Ой, у меня дамажит что-то. Это не что-то, это я. А, я думал, какие-то, может, шары уже вылетают с боков. Пойдем. Я иду, я иду. Прощай. Ах ты, блин. Да, я такой. Вот это скорость. Жду тебя. Что-то за туннель. Ай, по голове надавала мне. Так, нам вверх или вниз? Подожди, воздух надо еще раз наберу. Вверх. И давай вверх. Плывем, плывем. Ой. А дальше мы не можем. Там табличка какая-то висит. Не вижу, что написано там. И не увижу, потому что там ничего не написано. И что, давай вниз тогда. И вниз нельзя. А, походу мы должны отсюда прийти, наоборот. А, так а что, мы другим способом пришли? Да. Вот хитро. Умный. Создатель Браво. Карты. Что, у меня уже сколько бутылок? Димончик, уже рубль 25 у нас, ё-моё. Мы богатые люди с тобой. Вот так, ребята, люди и богатеют на бутылках. О, я за тобой. Во, ребята. Класс. Продолжаем выживать. Проходить. Развлекаться, улыбаться. Ну, типа на острове каком-то опять надо собирать пазлы. И чё? Flick the switch and turn around. Вот сзади открылась дверь нам. Я понял, нажмите, и сзади откроется калитка. Если дословно перевести. Вау, вот это круто. Во, смотри, классно, так тут все из листьев. Посмотри на потолок. Блин, если бы не эта палка, то бы уже пенегра, а не. Оу, это чётко. Нам бы тележку бы сейчас, да, Димончик? Да, давай вагонеточку, скорее. Слушай, давай посмотрим, может оно тут и кончается. Не, Дима, нема смысла, а тут кончается сразу оно. Да. Да, и там оно кончается. Это называется дешевые понты. Смотри, а то не спауны стоят животных? Да. А где они? Сами. Умерли уже. Умерли? Ёлки-моталки, я упал в воду. Ой, здесь так красиво под водой. Всплываем, всплываем. Я тоже упал, наверное, да. А тут сундуки, мы сейчас пособираем тут все. Здесь так крутится мощно. О, здесь жилеточка. Моя, моя, моя. Сейчас мы ее сразу наденем. А, мне не надо, она, давай тебе тебя... Подводное дыхание, кстати, на, Димон. Пинг. Где ты? Я себе стейки выдал, а то вообще без дыма помрем. На. И мне давай стейков. Отлично. Ушунькаем, а то у меня три ляшечки осталось в животе. А должно быть сколько? Много, короче, ляшек. Вижу тут под водой сундук. Тут все так интересно. А вон, кстати, смотри, куда нам надо. А, нет, там тоже нет. Сейчас я найду выход. Найдем. Не такое подводное проходили. Дыхание. А как тут подняться? Тут под водой, а вон я лестницу вижу. Я плыву. Сундуки. Подводное дыхание мне реально... А, да, у меня вообще пузырьки, считай, Дима, не тратятся. Представляешь? А, не, вот потихоньку. Ну, все равно, так как должно быть и как тратится, очень медленно. Он... Так, что у нас тут? Так. Он, это включено налево, все. Что у нас там в сундуке? Яблоко. Яблуся? К-
как нам обратно вот здесь? Знаете, вам как будет яблоко и груша вместе? А. Яблуша. Ну это не мат, сразу говоря, это так не называется, есть такое. Я в магазине даже видел яблуша. А чё ты уплыл от меня? А чё с тобой там делать? Я с тобой тоже буду плыть тогда. Ты в другую сторону плывёшь. А, я знаю. Не, не знаю. Честно. О, 64 буханки дали. Свежий. Стейк и хлеб. Представьте, ребята, кстати, хлебушек со стейком, я вам скажу, это вкусно. Аж слюни пошли. Да-да-да, из чипа. Завидую тем, кто сейчас смотрит ролики и кушает. Вадим, стпхайся. Стпхаюсь. Ходить. И здесь. Давай. Вот и нашел, да, все-таки куда идти? Да-да-да. Прыгай. А, я все, я понял. Там пропаркурил. Прыжок веры. Ну, а самая главная цель наших роликов — это исследование, потому что нам с Димоном это очень нравится. Прохождение это очень долго и одно и то же может происходить. Людям начинает надоедать это все. О, пердуняшки. Что это за паркур наверх. Водяной такой, да? Прикольный. Это, короче, лифт такой. Чтоб воздух у тебя не тратился, ты мог далеко подняться. Все сходится. Здесь. Очень прикол покажу тебе, ты где? Давай. Ты где? Ну смотри. Встань. Ого, не дерись. Это песок душ. Он тебя замедляет. Я понял, меня засасывает. Короче, души тебя хотят убить. Да я прям провалюсь немножко в него, да, глыжи установлюсь. На вагонетке покатаемся сейчас, спустимся вниз. Сейчас она будет ехать, я в нее сяду. Опа, Димончик. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Бесконечный лифт. Подожди, а как слезть-то? А, пробел. Так. Ай! О, впереди смотри, какие там постройки стеклянные, ты видишь? Вот куда я смотрю. Я хочу туда уже. Значит, вот следующий левел наш, ребята. Ну просто видишь, на стену кубики торчат, это не паркур? Не, там нереально. А, вот, смотри, я нашел. У меня теперь 4 рычага для 4 дверей. Теперь ты 4-рычажный. Ай, блин, пацан. Упал. Во. Паркур. Вот, четко. Так, я по... О, я все, Димончик, я уже, считай, близок к цели. О, мы дошли. Следующая локация вообще классная. Так, давайте палочку-светялочку возьмем. Давайте посмотрим. Да, смотри. Вот сколько нас ждет интересного на этой карте. Нет, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите продолжения, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!